Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь ко мне грешным. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего рве живот даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, сущего рве живот даровал. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего рве живот даровал. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Восстав после сна мы преподаем к Твоим стопам благи, и ангельскую песню возглашаем Тебе сильную. Свят, свят, свят Ты, Бог, по молитвам Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спасти от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети сердце, и открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Бог, молитвами Богородицы помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно придет судья, и деяния каждого обнаружится. Со страхом воскликни в полночь. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и терпению Ты, Боже, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизни моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное Твое человеколюбие и воздвиг меня лежащего. Не прекратил жизни моей среди беззаконий моих. Поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое и исполнять волю Твою. Открой уста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему.
Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим возвещать чудеса Твои, буду радоваться и торжествовать Тебе. Пред имени Твоему Всевышнему, когда враги мои обращены назад, то преткнутся и погибнут пред лицем Твоим. Ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу, Ты воссел на престоле судья праведный, Ты вознегодовал на народы, погубил нечестиво, и на их изгладил на веки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек. Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопли угнетенных, помилуй меня, Господи. Воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врагов смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои. Во вратах чери Сионовой буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которые скрыли, не запуталась нога. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицем Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивые преследуют бедного, да уволятся они ухищрениями, которые сами вымышляют, ибо нечестивый хвалится похотью души своей. Корыстолюбец ублажает себя. Надменье своем нечестиво пренебрегает Господа. Не взыщет во всех помыслах его, нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него. На всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем, не поколеблюсь, в рот и рот не примчится мне, не приключится мне зла. Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучения и пагуба. Сидит в засаде за двором в потаенных местах, убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегают в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают, сильные когти его. Говори в сердце своем, забыл Бог, закрыл лицо свое, да увидит, да не увидит, не увидит никогда. Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных твоих до конца. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем? Ты не взыщешь, ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и потестения, чтобы воздать твоей рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мысль нечестивому и злому так, чтобы искать и не найти его нечестие. Господь Царь навеки навсегда, исчезнут язычники из земли его. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твои, чтобы дать суть сироте угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобой. Избавь меня от зла, пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни, спаси, и припадаю к стопам Твоим. Взываю к Тебе, не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мною добровольно распятся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясно, безгрешный день Христе Божий. Спаси меня, владыка человеколюбчий, встав после сна, я спешу к Тебе. И по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, от дьявольского искушения. И спаси меня, вели в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и Источник, и подарок всякому благу. На Тебя вся моя надежда. Я возношу Тебе хвалу ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему прошедшее время этой ночи провести без напасти всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем исполнять волю Твою ныне и всегда, и в веки веков. Аминь. Господи Вседержителю, Боже сил, бесплотных всякой плоти на небес, на высотах небесных живущие, играющие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затемненного места на своем пути. Ты сам бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, приносим Тебе из нечистых уст. Прости нам прегрешения наши, совершенные нами, делом, словом и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прорыв сыной вечной земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется славу отдать каждому по делам Его, да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радости божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразима радость видящих, несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный, блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешным, и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости.
Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, удали все скверны, лукавые хули помышления закаянного моего сердца и от порвовраченного ума моего. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищий слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна всех родов. И Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам нашим. Богородица, Дева радости, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословен Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови достояние Твое, помогай православным христианам побеждать врагов, сохраняй силой креста Твоего, Церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшку Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих друзей и всех православных христиан, подай им твои земные небесные блага и не лиши их милости твоих, посети их. Укрепи и силою Твоей даруй здравия и спасения души, ибо Ты благ и человеколюбец. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей всех православных христиан, прости им все грехи вольные и невольные. И даруй им Царствие Небесное, со святыми упокой Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов, братьев наших. Там, где нет ни болезни, ни почали, ни душевных страданий, ни жизни бесконечной. Святися, святися, Новый Иерусалим, слава Бог Господня, дверь всей Россия, ликуй ныне, веселися сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстание Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва не пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. На тихо, молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его, аллилуйя. Слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеках благоволение, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобою и ожидание суда Божия, аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину, аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, ибо нет иного Бога, кроме Тебя, любящего создание свое и прощающего кающихся, не желающего отвергнуть и отверженного. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, аллилуйя, и сохрани, Господи, наше сокровище книги здесь и в пути. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешным, столько лет Ты защищал и в этой ночи от видимых и невидимых опасностей.
Добрый мой ангел не покинет смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу мою по мытарствам, и введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, предтеча Христова, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, и каждому дары жилье, Сергею Гавриилу. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, мир ликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь словесных овец, моли Бога о нас. Молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Иаиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделаны в Духе Святом, с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие, святые апостолы Петр и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин Философ, Косьма и Дамиан, Ириней Леонский, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял начертание зверя Антихриста. И укрепи народ Твой, Господи, Анфиму, Вениамину дай веру, исправь их и устраши родителей за ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила, Акила, Андроник, Июник, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоривость Галины, семейства Евгении, Надежды, Светлана, Мария, Раиса, Лариса, Марина, Юлия, Елена, Людмилы, Галина и Анна. И нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя! Спаси и помилуй митрополита Лариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, священный Ирея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амруси, Вадима, Засима, Алипи, Андрея, Владимира, Максима. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла, удаляющего Тебя. Воззри на врагов, коснись их сердец, умягчи их. И закрой их лживые уста, и в судный день не помяни их безумие и лжи. Приведи их к покаянию и примири с нами.
Благослови благодетелей наших, воздаем добром оказывающих помощь Елену, Максима, Евгения, Наталью. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! И сохрани нас здесь, и селение наше, от пожара, воров, нечистой силы, живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, и даруй ему духовное рождение свыше. Романа, Владимира, Никиту. Прищи добрые жители с детьми, сохрани школу, помилуй нас. Аллилуйя! Благослови диаконов Евгения, Михаила, Александра, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, паству их, и весь священнический и иноческий чин, и дай нам еще священника, если угодно тебе. Смири власти воинства их, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них, Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Амана, Эрдогена, и даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет, и научи нас ценить это мирное время, и приготовь земли свою с великим и грозным испытанием, грядущим во всю вселенную, за отступничество от тебя. Господи Боже наш, ты праведен во всем. Слава тебе, посети болящих. Дай им силу все перенести. Пошли им исцеление Сергея, Алексея, Александру, Анну, няню, Калерию, Антонину. И нас помилуй, милости твоей я ради. Аллилуйя! Благодарю тебя, Господи, за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов, ибо все свое время будет на пользу по воле твоей святой, когда мы слушаем тебя и покоряемся твоей святой непостижимой воле. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Господи, избави от пьянства Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря, путешествующих, Раиса, Льва, отступников, Николая, Михаила и всех, ты знаешь, не дай им погибнуть в ожесточении сердец их. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Найди все наше родство, обрати и наставь Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Аллилуйя! Слава тебе, Боже наш! Слава тебе и сохрани это наше сокровище, сайты и форумы, что здесь есть для пользы людей. И трудящиеся игры. Обрати Тимофея, Мартина, Александра, Германа. России помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы общей найди новые души. Дмитрий, можно. Валентина, Алексея, Валентину, Надежду. И образуми Наталью, Марину, пошли. Добрых помощников. Галину. Аллилуйя. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Умудри нас, Господи, жить мирно со всеми и не искать своего, но знать волю Твою, покоряться Тебе. Сохрани сие место, где мы можем преклонять колени и славословить Твое чудное имя. Посети томящихся в узах, тюрьмах, психиатрических темницах за Слово Твое святое. Будь милостив им, Господи. Укрепи народ Твой. Благослови детей Сирии, рассеянных по всему миру. Аллилуйя.
Господи, укрепи святую православную веру, а замыслы еретиков развея в ничто преврати, дабы все знали Тебя поистине, а не по собственным заблуждениям. Хвала Тебе, честь и поклонение, слава и благодарение во веки веков. Прими нашу молитву, воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, молитву всех, молящихся о нас во благо нам, и исполни их. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Христос воскрес. Доброе утро. Так, тут... Воистину воскрес, доброе утро. Так, мы немного добавляем к молитве некоторые темы о покаянии, о примирении, обо всем, что мешает молитве. И вот мы в последнее время считаем «И так бодрствуйте». Эти материалы я беру из нашей книги «К истинному православию». То есть везде подделка. Обман. Сатана делает это. Богу это не нужно. Интересно, что вот Ветхий Завет – это как стартовая площадка, образно сказать, для Нового Завета была. Детоводитель. Детоводитель ведет за руку, довел до Христа, передал. А без Ветхого Завета можно спастись? Да можно, конечно. Можно без Нового Завета спастись. Один стих оставить. Вера-то от слышания, слышание от Слова Божия. Но Бог дал полноту, 77 книг. Еретики, сектанты отрезали 11 книг. Умные, я говорю, ты считал их? Нет, не считал. В глаза не видал. Ну почему? Ну он в этом русле, в системе своей. И он не знает, что там ему спасение как касалось. А эти книги начинаешь беседовать, он тоже их не знает. Он знает определенный стих, слышал его. Пища не приближает, к Богу не отдаляет. Все 100%. Говорят так, пища не приближает и не отдаляет, то есть безразличие. Я разговариваю с человеком, а ты давно верующий? Да, конечно, давно, я уже 40 лет проповедую. И всегда говорил так, да. А ваши люди также верят, что не приближает и не отдаляет? Ну так так написано. Ну а где написано? А их несколько тут человек сидят там, человек 40, беседа идет. Братья все так понимаете, ну так написано, мы же договорились, верить в Библии. Читает. Находит, пища к Богу не приближает. А вы говорите, не отдаляет. Это не то место, надо другое, он ищет другое. Никто не может найти. Я говорю, нет его, и вы не ищите, это придумал дьявол. Дьявол придумал, а вы его мысли дьявольские проповедуете. Да как это тогда? Это нам еще старые были, какие проповедники всегда говорили. Ну, у тебя Библия есть, и считай. Ты веришь, что здесь написано? Да. Почему в Ветхом Завете написано, чтобы исполняли написанное? И все народы окрестные узнают, какой у вас закон, и даже не зная, как вы исполняете, это уже духовная внутренняя жизнь, скажут, какой великий и мудрый народ. Еврейский-то народ, ой, они умные. Да более глупого народа нет, если уж на то пошло. В чем они мудрые-то? Христа распяли. Какая в этом мудрость-то? Стефан говорит, кого из пророков не гнали отцы ваши, предвестивших пришествие его? Ну, и все замолкли. Камни схватили побить, Павла, больше 40 киллеров. Это еще мудрость. И господина пророков убили. Ты считай пророка Исаию, и говорит, вол, осел умнее вас. Это умный народ. Вол знает владетеля свою, осел господина свою. А Израиль забыл, не знает. Он не знает Бога, Израиль-то совсем не знает. Ну, как же так вот они, какие они? Скот дохлый.
я пришел к погибшим овцам Израиля. Погибшие овцы, овцы дохлые валяются, это скотомогильник называется. Потом мы применим ее, но она с не лучше. Ну, им Бог сказал, ваш отец дьявол. Если бы вы были дети Авраама, они искали бы убить меня. И он непрерывно говорил, почему вы не понимаете речи моей? Народ мудрый. Если какой-то что-то где-то сделал, так это полукровка, или отец был, или мать. А в чем? Боксер? Где он мудрый-то? Ты покажи, кто хлеб выращивает, кормит, милости не дает. Россию-то разграбили, в Израиле, в Америку растащили. 72 года советской власти работали без выходных, считай. И все в один день разворовали. Это мудрость. Мудрость в одном заключается. В знании закона Бога и жить в Духе Святом, быть водимым Духом Святым. А вы Духом Антихриста водитесь, я не говорю о всех. Я говорю с тем, с кем я беседовал, там в синагогах где. А то мудрые они. А вот поэт такой-то он написал. Ну что написал? Но начинает перечислять. Ну правильно написал. Так написать-то он мог тогда, когда сытый был. Когда у него был кусок хлеба и маслом намазанный. А это все сделал-то русский Ваня. Кормит и поет вас. Как русский мужик двух генералов прокормил у Салтыкова-Щедрина. Вы же не работаете, нигде вас нету-то. Самая паразитическая нация. Цыгане да евреи. О, как вы. Так, но это семя должно быть благословенное. Мы молимся, благослови его, Господи. Благослови народ израильский. Мира просим Израилю. А что надувать-то зря? Умные они. Я говорю, а кто написал? Вот День Победы порохом пропах. А кто написал? Вот ехали дорогу, я спрашиваю, никто не знает. А может, Роберт Рождественский, это самый грамотный. Я говорю, да нет. Роберта Рождественского тут понесло мимо. Ну а кто же тогда написал? Я говорю, Владимир Харитонов. Вы даже знать не знаете его. Владимир Харитонов. Ну? Ну а музыку кто? Ну там Тухманова поищите, зарядите, кто такой. И куда они посмотрят, Исаковский, другие, а они были. Ну, он хорошие слова-то написал, порохом пропах, нигде у нас пороху нету его, нету. Так, если говорить о победе, какой победе-то? За каждого одного немца 5 заплатили, 5 убитых русских. Более позорной, более глупого никогда не было, чтобы так воевали. Я не за войну, а за то, что есть-то. А почему? Кто руководил? Чего вы прославляете глупость-то? Ну, это слова хорошие. Я не поэт. Я никакой не поэт, я печник, сторож. Но написал слова на эту же музыку Тухманова. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину воскрес. У меня слова там написаны. Не то, что там я умный или какой-то, просто я знаю, что это победа. И не ангелы его нам принесли. Это день победы Иисус принес, разгромил врага, воскрес Христос. И младенец до припева, чтобы возрос, Христос воскрес. Эти слова, которые любой может петь, в любой нации, которая воевала, не воевала, Христос победитель над дьяволом везде. И он умный. Умный, это я печник. И написал то, что любой примет. Любой. Я в любом деле так докажу. Ты восхваляй того, который все положил на алтарь Бога. Вот эта вдовица, ее имени-то жалко нету. И она положила 2 лепты. Не 2 миллиарда, а 2 лепта. А там американец сейчас пожертвовал 47 миллиардов. Самое большое пожертвование. Да деньги-то он еще руками зарабатывал, что ли? Я вот пещи делал, вот эти самые грабли руки. Вот 40 лет пещником работал. Каждый день 2-3 нормы. 3 грыжи заработал на позвоночнике. Ну и что? Может, другие еще и лучше что-то делали. Но у меня уходило 90% на дело Божие это. На дело Божие. А сам как-нибудь сухарями. Они-то этого даже не знают. Я к чему это говорю? Потому что я ничто. Ничто. И сеющий, поливающий, ничто. Если я считаю, что ничто, ему зачем его хвалить-то? Когда это все чужое. И вот они имена там свои напишут, они жертвовали на храм Христа Спасителя. Награбленное. У него мозоли ни одной нету. Какого не возьми, дня не работал нигде. Ну а как быть? Подделка. Подделка. Из ангелов не надо строить, их надо призывать к покаянию. А есть иудеи, они мессианские. Да Христа за Бога не признают, мессианские.
Все ложь, везде обман. Они не могут по-другому. А как же тогда спастись? А когда уверуют во Христа и будут исполнять Иисуса Навина 1.8, дабы в точности исполнить написанное, дабы в точности. К нам возьми, у нас ни устава не знают люди, ничего, нигде поклониться. Мы почему открыли двери, расширили молельные комнаты свои? Итак, как будто задача пастырей в том и состоит, чтобы скрыть истину, а себя выдать за оракула, имеющего ключ разумения, обладающего тайной входа в Царствие Небесное. Она не сходила с ним в ров премудрость и не оставляла его в узах, и потом принесла ему скипетр царства и власть над угнетавшими его, показала лжецами обвинявших его и даровала ему вечную славу. Премудрость Соломона, 10 глава, 14 стих. О ком это? Ну, об Иосифе, конечно, прекрасном. И далее стихотворение. «Вы креститесь, взрыватели церквей, а заодно и Родины моей. О, как топорны ваши пятерни, когда креститься пробуют они, а рядом обольстители толпы из той же самой партии попы. Вы тыщите, крестясь то в нос, то в пах, все ваше христианство в попыхах. Вы в церкви так вдыхаете елей, как будто влезли вновь на мавзолей». Это кто ж так мог написать? Это отрывок из стихотворения. Он умер 1 апреля в этом году. Настоящий поэт России. Это взял стихотворение из «Комсомольской правды» с 14 декабря 1995 года. Евгений Евтушенко. «Комсомольская правда». Самые рьяные защитники всех порядков в храмах, порядков, привыкшие к всему. Вчерашние портократы, уполномоченные по религиозным культам, свой свояка видят издалека, поносят особенно тех, кто хочет обновления, покаяния жизни в церкви. Все это блудодейство сплелось в такой узел, что ни о каком покаянии сегодня не помышляют, а только об одном забота – не дать людям прозреть. Чтобы так и мочить лбы, называя это безумие крещением. А людям это нравится. И быстро, и недешево, и ни к чему не обязывает. Даниила 13:57. Вы блудили с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. И куда бы они, возвращенные на страхе потерять сан, попасть в тюрьму, страх, куда бы ни переходили, в любой юрисдикции, их выучка будет превышать здравый смысл. И масса учености превозносится над страхом Божьим. Ярощекисты, красные попы. Четвертая книга Царств 19:22, Псалом 34:15. На меня сбрасывают материалы каждый день. Проверьте, посмотрите, дайте комментарии. И сбрасывают у Андрея Кураева живой журнал. То ли они платными его сделали, какая-то заслоняющая выползает и не дает, что подпишитесь, и, видимо, кто-то решил нажиться. И Андрей Кураев написал сейчас тут статью о мощах, и мне дают, дескать, посмотрите, а я, вот там, говорит, впереди-то написано, и написано, взято от Игнатия Лапкина, вот тебе, да, профессор, а почему он у вас взял? А он сказал, более полного материала нигде не встречал. По другим вопросам, более полного. А почему? Я просто работаю, нахожу. По житиям святых, по четырем параметрам ответ. Что говорит об этом Святая Библия? 77 книг, не обрезанные сектантами. 77. Что говорит об этом? Что говорят святые отцы? А это 300 томов, фолиантов. 300 томов. Что говорят жития святых? 1173 биографии. Что говорят каноны и правила? Это об этом же вопросе. Что они говорят об этом? 719 правил. Но где у него хватит времени? Он преподает и много может занимать всего свободное время. То есть имеется в виду свободная голова. Когда я покаялся, обратился, ну, стал просить у Бога так работать, чтобы
голова была свободна. Ну, я каменщик, кладу кирпичи, я сам размышляю, слагаю в душе сокровища. Там строю дом, топор в руках. О чем думать-то? Тут понятно, что бери больше, кидай дальше. А они заняты другим. И вот он взял, написал материал, что вот святителя Николы ребро теперь повезли. Ребро от Николая Чудотворца. Как об этом говорили, а челюсть какая там от такого-то святого хранится у султана. Она оберег, чтобы его не тронул Господь. У меня челюсть оторвали ему, святому. У мертвого бывает и у живого, живой дуло. Допрашивали, что челюсть оторвали. Дальше. Блудили с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Даниила 13:57. И куда бы они, взращенные на страхе потерять сан и попасть в тюрьму, куда бы ни переходили, они везде остаются одни. И везде подделка. А какой-то юрисдикции, какой конфессии, заметьте, и говорят, и глазами не моргнут. Полностью глаза грязью замазаны. Да нет этого слова. Нет. Есть церковь, есть ересь. Словами юрисдикция и конфессия сатана прикрыл слово ересь. Там под этим словом ересь. И они разговаривают, должны бы сказать, а ты-то к какой ереси относишься? К какой ереси? Ну, называй. Пятидесятник, баптист, адвентист, мормон. Какой ереси? Церковь одна. Церковь одна, и она православная. Также назывались православящие католики. Все было едино. Оттуда слово-то идет. Не от разделения. Уже в правилах апостольских, относящихся к первому веку, второму ли начало, уже слово православное встречается. Люди не знают. Но учиться надо. Учиться надо всю жизнь. Но для чего? И тебе какие выжимки дают? Чем тебя питают? Если им будет преподавать, и преподавал все время ты Осипов, я ничего к нему не имею. Бритый в галстуке сидит. Неужели непонятно, кто он? В какой степени может посвященный масон? В то время даже заходить на территорию масс-семинария не разрешалось посторонним, а он был профессор. Это означает, он ни шага не сделает никогда. И он даже не знает, что Дух Божий скажет. Он делает то, что партия велит. Вдыхает елей, как будто вновь забрался на мавзолей. Вот оно откуда идет. И учится в семинарии академии для того, чтобы оправдать любое беззаконие. Любое. Я говорю, а бороду-то зачем бреешь-то? Ты как баба какая. Ну, не знает, что сказать. А вот бакенбарды, они к бороде относятся или к голове? К голове. Так и борода на голове. Это семинарию окончил. Учится в академии. Зачем тебе эта академия-то? Ему мозги там растрясли, спрессовали в булыжник. Столь явные вещи он их не видит, не понимает. Ты расследуй, например, почему, и дальше начинает рождается так много сект, почему они между собой не мирны, почему в православии, в общем-то, большинство людей не знают Слово Божие. Ты дойди до всего этого, ты начинай тогда прорубаться через это, а не так, ой, я узнал, и что, я сразу ухожу. Такие есть знакомые даже. Я никому не пойду, я буду один. Я христианин. Да таких еретиков, как ты, один море, пруди. Их конца края нету. И все равно вы друг друга найдете. Самые отступники, самые блудливые. Всех на тебя будут выходить. И спрашивают, как его защищать надо. То есть они уже там, как мошкара на навозной куче. Никак. Бог отнял веру за дела твои, ты их лучше знаешь-то. Внешне благочестиво, а внутреннее только ты знаешь. Да и то, если Бог откроет. Был такой святой Никита. Он не святой был. Это потом святой. Ну и жил, конечно, не богоугодно. Товарищ однажды ему говорит, что с тобой, Никита? У тебя лицо черное, как у эфиопа. Он глянул в зеркало и сам себя не узнал. Вечером становиться на молитву. А молитвы нет. Кому молиться-то? Никакого Бога-то и нету. Он понял беда, и он несколько лет плакал и молился, и вдруг Бог вернул веру, встал, все, верю, все на месте. Человек потерял веру, и вот такую свистопляску вокруг него делают, когда надо день и ночь плакать. Этот человек потерял путь в Царство Небесное, и Бог отнял у него все. А я буду сам верить, а в Троицу уже не верит, суд Божий отрицает, там все уже не так, а я спасусь. Да ничего ты не спасешься. Если в церкви праведник едва спасается,
то нечестивый и грешный где явится? За твоим столом-то никого нету. Нету ни Златоуста, ни святых отцов. Евангелие все извращенное, толкует по-своему. Ничего уже нету. Но для виду еще пока пузыри пускает человек. Не знаю, за что поносили и не переставали. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Матфея 5:11. Преступники поносят Христа. Матфея 27:44. Проезжая в командировке за границей и в горкоме за наградами. Ибо ради тебя несу я поношение. Псалом 68:8. Со всех сторон его клянут. И только труп его увидя, как много сделал он, поймут, и как любил он, ненавидя. Николай Алексеевич Некрасов. Любящий Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Псалом 96:10. Если тебе открыто, что тут не так, но это церковь, ты работай, будет так. Работай. И ты увидишь плоды. А что ты увидишь? Ты один теперь. В церковь тебя никто и не примет ни одного слова. Ты не в церкви. Ты от церкви отпал. Отпал. Выпал из корабля. Церковь – это корабль. А я спасусь. Ну, 2-3 раза глотнешь воздух-то, и все твое спасение кончилось. Посты не будешь соблюдать. Мнимость на себя будешь напускать. На тебя будут такие выходить, которые не... Я никакой деноминации не принадлежу. То есть я еретик, но названия у меня нет. Вот как переводится это. Еретик. И самый страшный грех какой? Неверие, то есть ересь. Откуда известно? Числа, 16 глава, числа. 4 книга Моисеева в Торе. И повтори эту Тору. Это были образы для нас, достигших последних веков. 1 Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стихи об этом говорят. Если мы бы верили в Бога, как должно, ереси бы и близко никакой не было. Ты видишь, не так делать, ну работай. Ты видишь, в государстве не так,